Приветики всем, ну и сегодня я буду делать реакцию на Тяночку, которую зовут Марина, представляете? У меня еще вроде бы не было Тяночек, которых зовут Марина, но это по факту первая Тяночка. Так что, ребята, досматривайте это видео до конца, ну а я уже буду начинать. Всем привет, я Марина Тян. На этом аккаунте я рисую себя. Приветики, Марина Тян. И, кстати, да, на этом аккаунте она рисовала только себя, потому что на аккаунте у нее только одно видео. Ну, и это, собственно, вот это вот видео. Короче, смотрим дальше. Так ты видите, молча, боты. Вы видите, я очень красивая Тянка. Вот скажите мне, пожалуйста, я же не одна, которую так сильно бесит вот этот вот голос, типа, ненатуральный, с какими-то фильтрами и так далее. Ну, не знаю, мне прям не нравится этот писклявый голос. Все парни не предлагают встречаться, только никому не говорите, мне мама не разрешает. Ничего себе, у тебя мама, конечно, злая. Интересно, как у такой мамы выросла дочка, Тяночка. Я в шоке, как так? Завидуют мне, потому что я очень красивая. Ну, интересные Тяночки на самом деле завидуете мне, потому что я могу дышать. Все, вы мне завидуете, но это тупо одно и то же. И вообще в жизни самая красивая Тянка. В жизни у меня фиолетовые глаза. Ну, знаешь, по твоему шедевру рисунку так и сразу хочется сказать, что ты самая красивая Тянка. Вот реально. Ну, сарказм, да. А вы просто представьтесь, вы становитесь мамой, у вас есть дочка, она захотела стать Тянкой, и она снимает в ТикТок вот такой вот ужас, ваше действие, сдать ее в детдом или сдать ее в детдом. Мне кажется, первое или второе самый выгодный вариант, третьего не дано. В жизни у меня розовые волосы, и я очень красиво крашусь. Вау, вот это вот ты классно, конечно, красишься, только есть один вопрос. Сколько грамм нужно принять для такого эффекта, чтобы стрелки висели в воздухе? Ну вот серьезно. Я живу во Франции, и все, кто живет во Франции, они очень богатые. Интересно, она это все на ходу придумывает или как? Ну, тут другого объяснения просто нету. Моя сестра Аня Тян, она совсем не Тянка, я намного красивее ее. Так ты же сама говоришь, что она Тянка, то есть Аня Тян, а теперь нет, она не Тянка. Ну, ты гений, конечно. И что вообще за буллинг? Почему ты так булишь свою сестру? Ну хотя ладно, у меня с братом буллинг и то хуже, это еще нормально. Потому что я самый красивый мальчик во всей школе. У меня очень красивая розовая кофточка. Ого, с тобой встречался самый крутой мальчик во всей школе. Ну, наверное, в младшей школе. Ну, самый крутой в младшей школе. Это какой класс? Третий, четвертый? Ладно. Ну, это реально уже какой-то буллинг. Я очень красивая девочка. Кто хочет со мной познакомиться, пишите мне в Инстаграм. Ой, насколько все плохо, что Тянки уже просто дошли до Инстаграма. Я представляю, что там за ужас. Всем пока. Вот такая вот, ребята, Тяночка. Ну и пишите в комментариях, как она. Ну и я тоже уже буду заканчивать свое видео. Всем пока.